Здравствуйте, меня зовут Екатерина Голдина. Вы смотрите программу «Афиша» на телеканале «Самара ГИС». О том, какие культурные события ждут самарцев на этих выходных, я расскажу прямо сейчас. 27 января музей-галерея «Заварка» приглашает на семейную экскурсию по выставке «Человек и дерево». Дерево, как основной материал для творчества, привлекает многих художников. Автор выставки Сергей Ключников в своих работах часто опирается на природные формы материала, стараясь разглядеть то, что спрятано в каждом куске дерева. Как человек становится художником? Какие инструменты он использует для работы? В чем особенность каждой породы дерева? На эти и другие вопросы вы узнаете ответы уже в эту субботу в 11:00. 2024 год в Российской Федерации объявлен годом семьи. В честь этого 27 января в Центральной городской библиотеке имени Надежды Крупской пройдет тематическая развлекательная программа «О любви и верности. Замолвите слово». Гости примут участие в увлекательной командной игре, состоящей из нескольких туров. В ходе состязания знатоки будут отвечать на вопросы разного уровня сложности и выполнять интересные задания. Приходите весело провести время со своими близкими. Начало в 13:00. Провести время всей семьей также можно будет в библиотеке народов Поволжья. 28 января пройдет семейное занятие «Царев курган». Дети и взрослые узнают об истории и природных особенностях этого места, услышат стихи и легенды о Царёве Кургане, а также посмотрят фотографии. Начало в 14:00. Театр «Камерная сцена» ждет зрителей на свои спектакли. 3 февраля в 18:00 по дороге к страусам. Герой спектакля – совсем молодой человек, только что окончивший школу. Он романтик, верит в добро и справедливость. Оказавшись в дороге без копейки денег, он встречает самых разных людей – и плохих, и хороших, и, конечно, свою любовь. Спектакль погрузит вас в атмосферу 60-х с ее стилягами и работягами, задушевными песнями, популярными телепередачами и голубыми огоньками. 4 февраля на сцене Евгения. Молодой граф самым бессовестным образом обманывает юную девицу Евгению. Но справедливость торжествует, граф раскаивается, а Евгения прощает неверного возлюбленного. Театр «Камерная сцена» ставит спектакль в жанре комедии. Здесь будет много веселья, песен и театральных шуток. Начало в 18:00. На этом у меня все. Выбирайте то, что больше по душе, и отправляйтесь отдыхать. Всего вам самого доброго. Увидимся на следующей неделе.